Итак, всем привет, с вами Стас. И сегодня прошел дождь, кстати, он в течение недели очень часто идет. Очень классная погода, очень хороший запах. Вообще я люблю вот эту погоду, которая после дождя. Все время такая свежесть, ну вообще очень классно. И сейчас, когда у меня такое классное свежее настроение, вот как погода после дождя, я хотела бы показать вам очень классное такое место, хороший такой мост на 55-й через ЖД вокзал. Сейчас мы все увидим. Ну вот мы уже почти поднялись на мост. Вот уже поднялись. И сейчас я начну показывать чуть-чуть поподробней. Вот он наш ЖД вокзал, вид сверху. Здесь пока не все видно, но я все не могу захватить. Он такой довольно протяжный. Но то, что вижу, то, что могу показать, то и показываю. Вот сейчас я остановился. Смотрите, как прикольно видно, такой прикольный вид из моста именно. Вот тут видно и вагоны разные. Ну, в общем-то, у нас вокзал классный, хоть и миниатюрный. Может, он не такой большой, как в Днепропетровске, Одессе и других крупных городах. Но все равно свою значимость определенную он имеет. Сейчас нас ожидает самое крутое. Мы будем спускаться с этого моста. Вот сейчас будет самый кайф. Итак, погнали. Сейчас вот начался спуск. Я уже на велосипеде педали не включу. И мы летим. Там дома, но так вечером сильно хорошо все видно. Ну класс, вообще прикольно. Летим уже так нормально. Я педали не включу вообще. И мы уже приехали в 55-й. Славненький такой поселок. Вообще, мне бы еще хотели отделось выделить завод, химзавод на 55-м, но он очень классный. Вот мы уже практически на заводе, смотрите, как здесь покошен газон очень красиво, ровненько, ни к чему прям не придерешься. Там уже вдали арка такая, вывеска, Павлоградский химичный завод, там дальше уже въезд посторонним запрещен. Но мы проедем чуть-чуть вбок. На этом заводе, кстати, ну вот именно на парадной территории этого завода очень много свадьб постоянно проводят, отмечают здесь фотосессии классные здесь у всех. Ну, все люди здесь любят отдыхать, вот он красавец вообще, ну, такие кустарники красивые. Елочки здесь зимой вообще очень классно, на них вешают много разных гирлянд светящихся. Так, вот кустарники тоже. Ну, классно здесь, очень красиво. Ну, добавить просто больше нечего. Вообще, 55-й очень интересный поселок. Ну, здесь можно классно погулять, отдохнуть. Здесь рядом речка. Ну, в общем-то, я всем советую здесь отдыхать, веселиться. Короче, всем пока. Ставьте свои пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи!